Слушай, ответь мне, Кузырова закрыли или нет? Ты мне ответь. Будь добр. Так, Николай, прежде чем зайти, надо вообще-то поздороваться. Надо ноги протереть об спирт, я понял. Николай, ты мне ответь. Ты мне ответь, почему ты до сих пор не знаешь государственный язык? Ты не уважаешь государство, ответь, Кузырова закрыли или нет? Ты просто, и все, я уйду. Ты не уважаешь государство, в котором ты живешь? Ты мне... Ты уважаешь или не уважаешь государство, в котором нет. ты живешь? Ты слушаешь меня? Нет. Ты что? Ты уважаешь или не уважаешь государство, в котором ты живешь, Николай? Игра... Еще раз спрашиваю. Ты что? Я тебе говорю, Кузырова закрыли или нет? Вондай Николайларда чарвер группа. Макремай тұрғын ау. Ал енді хочу обратиться к тем людям. Вот только что Николай заходил, да? Николай, вот ты живешь в северном регионе Казахстана. До сих пор не изучил государственный язык. Не знаешь, кто автор гимна. Не знаешь слова гимна. Не знаешь, кто автор флага Республики Казахстан. Не знаешь. Ничего не знаешь о стране, где проживаешь. И еще обижаешься на кого-то. Как к таким, как ты, относиться? Вот вас вроде бы учат за государственный счет 11 лет в школе, потом в университете, да? А вы даже не удосужились узнать, кто автор гимна, автор герба, автор флага, да? Вы даже не можете назвать имя, отчество нашего президента. Как к вам относиться, Николай?